Привет. Вот большое дополнение по вот этому видео. Слав, привет. Там с ребятами переписываешься ты. Вот как бы мы делимся тем, что надежно как бы сэкономить без ущерба. Значит, вот такая есть листика. Вот. Это ерундистика. Это мойки окон была. Она тоже с раздвижной ручкой. Цена 96 рублей было. Сейчас покажу, что тут. Вот оно откручивается, скручивает. Вот в такую длину, вот в такую высоту. Я считаю, вполне достаточно для таких вещей. Минимально там она получается у нас 40 сантиметров. Максимально. К сожалению, я извиняюсь, приходится и снимать, и все. 63 сантиметра. Вот. Иногда бывает, что как бы заедает, складывается. Но для того, чтобы эту проблему решить, вот так вынимаем. И вот здесь покрошив припой, вернее, канифоль обыкновенный для пайки. Вот. В радиовке в какой-нибудь можно купить. Вот так вот покрошив ее в пальцах, натереть и все. И она начинает как бы нормально держать. В принципе, на любой капот, вот задний капот тут тоже, вот, задний не открывать, закрывать вполне хватает. И такой длины, там метр там или еще что-то, необходимости в этом нет. Так что вот такая я купил в магазине, у нас есть такие копейки. 96 рублей. И в принципе, да и без принципа работает прекрасно. Вот. Можно, конечно, тут упорчики разные поделать, но до сих пор у меня как бы нареканий не было. Вот так вот маленькая штучка, которая помогает в работе. Это еще одно дополнение к твоему видео. Вот. Все, пока-пока. Всем удачи. Всем счастливо. Пока-пока.